Правоохоронці отримали численні осколкові поранення. Стан обидвох покращується, але роботи в лікарів попереду багато. 32-річного Дениса чекає складна операція. У нього гортань відірвана від трахеї. Тяжеліша операція по пластиці, вона більше ювелірного плану, тому що шити і трахею, і гортань, все як одне ціле, убрати ці повреження. Достаточно сложно. Это должны сделать только профессионалы. Нам это доверили, и мы будем делать все возможное, чтобы сохранить ему функции все, особенно функция дыхания, которая в настоящее время работает наполовину. Денис, в отделение пойдешь? Готов в отделение переходить? Ну все, брат, потерпи. В отделение перейдем, и нас специалисты зашьют тебе там все, и все будет хорошо. Другий поліцейський Юрій прибув до лікарні із симптомами перитоніту. Осколковими пораненнями живота і ноги. Кишківник чоловіка зшивали близько 3 годин. Наразі намагаються врятувати кінцівку. Будемо робити все можливе, щоб зберегти ногу, тому що частина мишці була вирвана осколком, повреждена бедрена кость. Йому доведеться ще пройти одну тяжелу операцію по сохраненню подвижності. Він поступив як лимон. Такой, знаете, желтый, почти ничего не говорил, а сегодня уже настоящий будущий генерал. И полагаю, что чуть-чуть еще помучают врачи, завтра возьмем на операцию, ногу поправим, потому что мышца повреждена, осколки повырывали мышцы, и там надо почистить. Проверим кость и будем думать дальше о переводе в другое отделение. Спасибо вам большое. Ну все, брат, здоровья. Спасибо. У Юрия достали 6 осколков дополнительно. Один осколок лежал на позвоночнике. Хорошо, что не повредил позвоночной артерии, не повредил позвоночник, потому что тогда о функции нижних конечностей можно было бы забыть. Все было сделано вовремя. И хочется, чтобы ребята, которым 30, еще могли вести активную жизнь до старости. Это сегодня возможно сделать. Кирило Бережний, новини 9 каналу.